Всем здравствуйте. Наконец-то вытащила Вована из дома, оторвала его от любимых танков, прям клещами отрывала. Но видите, все-таки заставила. Говорю, пойдем, дорогой, у нас жрать нечего, кушать нечего, холодильник один, полупустой. В общем, сейчас идем гулять, плюс обязательно зайдем в спар, нужно кое-что купить, покушать, потому что у нас, честно, вот как-то, знаете, по еде как-то мы подрастряслись. Ничего не готовили, рыбу уже пожарили, мясо тоже все съели. В общем, идемте гулять по магазинам. Ну и, разумеется, сегодня будем готовить. В общем, все дела. Ножки ему сегодня мои понравились. Он уже их даже поцеловал. Ага, сейчас вот. Нет, он реально их поцеловал. Он такой, ах, моя богиня, моя королева, моя Клеопатра. Шо ты? Во, ну, палю контору, да. Уже припал к моим ногам. Поцеловал меня. Да, 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 мы сладкие, да, да, да. Ну ладно тебе, что ты скромничаешь? Ну что ты скромничаешь? Ну, любовь — это хорошее проявление, Вова. Ну вот, вот что он, а? Вот что он? Любовь, Вова, — это хорошее чувство. Не надо его стесняться. Не надо стесняться. Давай сюда. Самая любимая музыка здесь играет. Идем гулять. Ой, ребятки, что, где понравился? В кинотеатре. А, ой, да, бабка там дотошная попалась. Нет, да, так, чего? У них там лучше. А, ну да, там прям вот раз, подносишь, все, девушки, надо сканировать. Да, так, мы пришли в Спортмастер, я хочу купить носочки. Глиссейд. Ну, глиссейд. Ну-ка, ну-ка. Чего? Ну, не такие высокие-то, ты что? Ну, не такие высокие-то. Нет, я вот, смотрю, вот хорошие. Вот такие вот прикольные. Во. Вот, они тепленькие с начесом. Это Колумбия. Колумбия? Да, вот они. Колумбийские. А, вот тоже Колумбия. И что, почем? 600, фига себе. А вот эти тоже Колумбия, считаете? Да, вижу начес. Но они хорошие такие прям, тепленькие. Они, кстати, вот они. Да? Для скид. А, видишь, для, эти? для лыжников, да. Для коньков. Так, ну-ка, это тоже 649. Ну, короче, мне вот такие нравятся. Они не так сильно высокие, вот эти, варм, как для сейф. Такой вообще? Супер варм? Не знаю, супер, может, теплые. Варм. Не знаю, может, типа супер теплые? Типа дышащие теплые? Может быть. Эти, о, 500. Вот эти 500, да. А, по-моему, вот эти вот и есть. Вот они и есть. Вот эти, да? Да. Вот. Коростой. Вот, 39-40. Да. Вот, на, держи такой. Возьми. Такой, не точно? Да, колумбийский. А, они вот что, не дышащие. Чё? Ну, отлично. Циркулирует. А вот это что такое? А здесь почему они циркулируют? Ну, короче, мне такой вот возьмем. Тебе супер варм. Подожди, а вот такие вот есть? Ты видишь? Их. Мы сняли это. А вот Ice Skate, да? 649. Тебе нужна M-ка. Вот тоже варм. А вот, видишь, тоже. А почему здесь написано? Для этого. Чё? Для лыжников? Нет. Вот, кстати, вот тоже. Видишь? Чего не написано? Ничего, успокойся. Что там есть? Вон. По-русски, говорю, не написано ничего. Mm. Нифиг поймешь, что это такое. Вот смотри, вот эти варм, они стоят... Скид для активного отдыха. Вот нам это как раз надо, для активного хождения. Вот что, эти тоже, кстати, мягенькие такие хорошие. Ну, как-то темненькие, да? Да. Вот это же мягкие прям вообще. Ну-ка, вот эти. Тоже такие же, они все одинаковые. Давай пока вот такие вот я возьму себе, буду у них ходить, потому что холодно уже, даже вот в этих ходить. А ты себе тоже возьми давай, подобные, мужские только. Или они универсальные, унисексовые? Унисексовые? Чтобы не попутать их, нужно взять другие какие-нибудь. Да господи, что попутать? Вот черненькие, супер варм. Ты хочешь такие рыжие? Скорее всего, эти мне тогда, вот эти себе. Мне темные, да. Все. Вот такие, да? То есть тебе темные тогда, а мне вот такие. Да, две пары надо брать. Ну вот, цена мне 2000. А 2000? Это на 1000. А почему, видишь, это получается? Ты, по-моему, сейчас, если на 1000 набираешь, то какая-то не факция. Да. Чего? Я не знаю. Они какие? 600 рублей. 600 рублей? Да. Здесь две пары. Раз две? Да. А вот тоже, смотри, какие. Ну, это длинные. Слишком? Это как гольф больше. 32. Не, как гольф-то не надо. Это носки для активного отдыха, но они длинные. Они, ну, вот такие, да? Наверное. Вот. Да, они чуть длиннее, чем вот те. А здесь вообще, смотри, подарочные есть.
Есть. Так, ну-ка. А с этой стороны? А, не, колумбийские, вон нордвики есть. Есть. Они полегче. Вот есть. Аутвенчеры, да. Аутвенчеры. Они почем? 400. Ну, не, ну эти-то поприятнее. Они потолще, по-моему, вот эти вот. Я не помню, здесь кто-то они толще, реально. Из продавцов тогда был, это показывал какие-то носки у них это. Чего? Это усиленные пятки. А, это, кстати, хорошие. Что, чтобы не рвались. Да? О, перчатки, вон, смотри, всякие раз. Вот тоже Колумбия. Это не те, это, видишь, это гольф. Гольфы? А, по-моему, вот это вот как раз серия мужская, нет? Нет. Вот. Вот эти вот, смотри, вон две пары. Там он есть. Я понимаю, вот еще. Ну, посмотри. Вот эти. Но они потоньше. Это потолще. Это по две пары. Ну, короче, тогда возьмем вот эти вот. У тебя тоже 39-42, да? Ну, вот видите, у нас одинаковые носки. У меня будут с рыженькой. Фигня, у Вовки это. А здесь одни перчатки. И все. Че, пойдем. Давай, посмотрим. Здесь маленькие. А здесь вот уже тонкие, внизу. Легкие. Внизу дымиксы. А, дымиксы. Не, ну эти-то посерьезнее. Вот меньше, да. Их съел дымикс. Вот три. Дымикс. Три пары. Больших. Ну-ка. Длинных. Они здесь. Они, наверное, вот, да? Да. Вот такие. Да. И темные. Ну-ка. В принципе, нормальные. Но я хочу уже потеплее носить. Знаешь, что уже не май месяц. Вот, давай такие вот возьмем. Либо давай, знаешь что? Давай возьмем одну такую. Они же вот такие, да? Вот одну такую. Сколько они стоят, кстати? 400 рублей. 30-40. И одну вот эту вот. Вот тебе и все будет. Это нам на двоих, считай. У нас же, у меня 39, у него 41. Так что, в принципе, у нас идентичные. Так вот. Что, пойдем еще? Что хочешь посмотреть? У меня сейчас только. А, вот. А, у тебя вот, да, блясает. Вот сейчас вот такую носит. Кстати, прикольную. Как серая. На, подержи. Дай мне бой. Дай их не Да так, что-то еще надо? Надущая. Да, вот это, кстати, глиссейт очень хороший. Вот Вовка носит, ему нравится. Она, плюс она еще, смотрите, с такой воротничком-стоечкой. Очень тепло получается. Что тут у нас еще? Носочи взяли. Капа твоя любимая. Так, о! Вон, эти купили носки, да, пошли вон за коньками. Да. Вон, нордвики. Нордвей. Кстати, пойдем посмотрим зимнюю коллекцию. Может, что-то зимнее есть, интересно. Хотя у нас сломано еще. Мы не так давно брали. Очень хороший. О, кстати, тонкие. Вот штаны бы тебе можно было. Тонкие. Да? Тонкие. Найки. Тоже есть. Что там? Из какого? Из плащевки, что ли? Да, это штаны? Да. Из плащевки? Это не продуваемые. Ты хочешь такие? А внутри нет. Ты хочешь как дутики, что ли? Нет, они идут как эти, а внутри у них... А внутри байка? Да. Ну, не знаю, ищи тогда, что. Вот эти легкие, демиксы. Ну-ка, дутики. Легко скажу. Вон, смотри, какая куртка симпатичная. Вообще прикольно. Это что такое? А, это типа как это? Это новый. Для лыжников. Да. Для... Здесь вот, кстати, прикольная такая поверхность. Это, знаешь, как велюр, что ли. Что такое? 5 килограмм. Не 5 килограмм. 5 килограмм. Может, это какая-то там. Вот, тебе смотри, вот штаны. Это вот, для это... для скейтеров. Сноуборда. Ну ничего, скоро у нас будет зима, и у нас, как говорится, можно брать спокойно скейт и вперед из песни. Шляпка. Чего? Ну да. Пойдем. Вот типа таких вот. Чего там? Че, такие вот? Вот их. Ну-ка. Кстати, внутри, гляди. Не, внутри они не такие. Внутри они не то, что ты хочешь. Там дальше. Дальше? Ни хрена. Да? Нет. Они внутри такие же, как вот эти. Да. Нету. Не те. Давай потрогаем. Внутри. Держи. Кстати, а вот это, видишь, прикольная штука? Да, нет. Это, нету, это... нету. Я тебе говорю, нету. Так, вот еще что-то. Подожди-ка.
Вот что ты хотел. Вот они, вот. Да. Вот они, вот. Вот это, они, внутри. Это с этой фигней, да. Плюс они, смотри, еще видишь, с этой резинкой. Она, кстати, не скользит. Это она, не... видать, когда одеваешь на эти... Что, чтобы держался. На такие зимнюю такую обувь и все. Вот они, кстати, вот что. Непродуваемые. А у тебя какой, 54-й? Только с карманами. На. 54-й. Будешь мерить? Нет. Ну, такие вот все, видишь? Волки? С подтяжками. С подтяжками? Волки. Угу. И с карманами. А, не, подожди, а внутри-то нет этой байки, ты хотел? Здесь, видишь, здоровишь, какая есть. Ух ты. Которая впитывает пот. Да. Вот, видишь, сзади. Ты модным хочешь. И сколько они стоят вообще? Много. Чё? 9 тысяч за штаны? Да пошли ты в жопу. Вообще с ума сошёл. 9 тысяч за штаны. А, это куртка. О, я тебе сама из плащевки сошью. Вон куртку твою старую распарю и все. Чё вот? Максус. Не знаю, сколько стоит. Я обалдела от той цены. Спасибо, я уже это... От волки? Вообще, да. Что со мной творишь? А это сколько? Ну вот, уже другой вариант. И то за штаны как-то до хрена. Подожди, а вот эти сколько стоят? Которые... Это лыжные. Ну чё? Пять. Фига себе. Это масса. Господи, 8-9 тысяч за штаны. У тебя куртка дешевле. Знаете, Колумбия. Колумбия? Слышь. Даже Колумбия. Даже Колумбия дешевле. Но они толстые такие. Ну, и чё? Они такие же внутри, как у нас куртка? Нет. Нет. Это, ну-ка, это, давай. Видишь? Ну, поднимай. Выделено это под... Под коленкой. Под пятку? Тоже сговариваться под стал? Под колено, да. Нет, они не байка. Не, внутри. Ну, они, видишь, как-то тоже двойные. Блестящие вон. Чего? А, блестящие? Вот они такие, гляди, вот-во-во-во. Вот. Это вывернуты, что ли? Вот они внутри, да. Они вот такие? Прикольно. И они, кстати, вывернуты вот они, в районе где? Жопы, извините, выражение. Вот видишь, какая там... А здесь на коленку, да? О, все прикольно, да. На коленку, да. И это, видишь, это блестяшка в районе попы. Не. Она блестяшка не в районе жопы, да. И не только, чего? Там сзади-то ниже. Пойдем. Вот. О, эти вот тоже, смотри. О, видишь, тоже вывернуты, вот на, смотри. Ну и что? А это что? От дождя и, блин, ветра. У тебя хорошая площадка, какая? Не выеживайся. Не, гляди. О, я тебе коллекцию у Колумбии, что ли, должна собрать, что ли? Типа, ой, новинка Колумбии, обалдеть, да? Вот, смотри, тоже. Это зимний тоже. Вот тоже, кстати, вот такой вариант, да. Ну-ка, ложи-ка. Вот, смотри. Коллекцию. Зимняя коллекция. Ну, слушай, а тебе вот так они больше идут. Давай вывернем и будешь в них ходить так. Да, да, да. А что? Жопа, смотри, какая блестящая будет. И лишняя влага. Да. Вот он, проницаемость, пара. А вот смотри, видишь, жилетка тоже легкая. Вот так. Он не хит. Прикольно вот эти, кстати. А это вот моя Якоб. 7 тысяч. Зимняя. Не твоя. Зимняя. Она магазина. Она уже не твоя. Нет, еще есть. И кармашки тут сухой есть. Она такая плотная уже. Да? Вообще плотнее. И плюс она здесь, видишь, вот с этой вот фигнюшкой. Обычно на Колумбиях пишет, если чего? Она зимняя, до скольки она. То вообще 14 тысяч, они обалдели, что ли? Температура. Нет, они, конечно, вообще наглые. Но, кстати, вот те, они более наглые по цене. Волки твои. Они волки реальные. Глиссейд. А ты, кстати, штаны прикольные. Честно тебе хочу сказать. Прикольно. Глиссейд вот еще. Че, глиссейд? Тоже с подтяжками? Ты с подтяжками чисто принципиально? У тебя, кстати, подтяжки есть китайские. Да вот такие же они. Ты их ни хрена... О, а нет. Не, а у тебя вот здесь вот, да. Мягенькая. А вот здесь что такое? А, типа от фото, да? Это, да, подтяжка. Подтяжка от фото. Ну и что ты будешь ходить в таких этих? Ну, блин, ну... Это зимние. Я понимаю, если ты мы куда-нибудь там это... Это зимние. Mm-hmm. Это вот, это в минус чё? 20. Да? Вот еще, смотри, куча всяких висит. Тоже... О, кстати, это да. И тут тоже с этой фигней, смотри-ка. Там это вниз одеваешь. Тоже, кстати, Колумбия, смотри-ка. Термобелье и одеваешь ее. А тут не надо термобелья. Такие внутри прикольные. Ну, здесь это, дальше вот. О-о-о-о-о, смотри, смотри. Ну-ка, давай. О, видишь? Ринь. Да. Видишь, какая? Как колготки. Да, почти. А сколько стоит? Тоже 7 тысяч. Фига себе. У них что, это фикс прайс, что ли? По-колумбийски? Да. 7 тысяч, все, да? Тоже. Вот, смотри, прикольная. 6. Да? 6. О, смотри, титаниум. Видишь?
Это... С титановой это... жопой. Нет, это вставка какая? Это вставка, чтобы у тебя была титановая это, жопа. Это усиленная вставка. Усиленная для... вставка, чтобы никто не проник. Нет, это чтобы ты не протирал. Да? Это видишь, гляди, вот. Иди же дожди. Кстати, да, вот часто вот в этих местах как раз рвется. Протирается? Чаще всего, да. Здесь вытягивается и не рвется. Да, вот, кстати, точно, точно. А вот то, что внутри. Ну, они как джинсы идут. Вон, гляди. Это то, что внутри. Вытащи его. Вот. То, что внутри. Вот, гляди. Ничего прикольного. Сильные. Но они легкие достаточно, тонкие. Сильные. Они достаточно тонкие, хочу сказать. Достаточно тонкие, но, блин, плотные. Вот это, кстати, приятненькая такая штучка. Так, все, иди нафиг отсюда. Все, я уже посмотрела. Вообще с ума сойти какой-то. Вот, твои любимые штуки от Коламби. Собираем они коллекцию. А ладно, собираем они коллекцию Коламби. О, у них же пересменка. Тут девушка сидела, сейчас мальчик. Так, ну все, ладно. Берем, короче, носки на 1500 и все. Мы пришли еще в спар. Иван говорит, вон, смотрите, видите, подарок со вкусом Путина. Не бим, просто так он это на Алтай-то ездил. 930, да. Рыбу нам ловил. Да, и... Икры засолил. Да, икры засолил. Да. Он заготавливает. Вот сейчас, видите, реализует через наши магазины. 130. Так что кому надо, приезжайте. Да. Мы тут набрали сам уже валю. Кучу всего. Вкусняшек, понимаешь ли. Взяли, короче, крылышки, рыбки. Вечером, кстати, хотим сделать салат греческий. Вот. Все взяли? Все взяли. А у нас перец есть? Нет. Перец у меня, кстати, да, перец надо. И пару огурчиков тогда еще. И все. Ну это все. Я в шоке. Чего мы такого взяли? Вот на 3000 взяли. Ладно, шампанское, хорошо. 380, прикиньте. Это при условии, что нам практически все по акции пробили. Вообще жуть. Давай, открывай свой, расчехляй. 3000, обалдеть, девочки. 3000. Вначале. А, крылышки мы взяли. Крылышки. 300 рублей получается. А, кусочки лосося 300 у нас получились. Крылышки. 119, 19. 400. Так, а, голубика. Да, ладно, хорошо. А она что, не по акции? Нет, голубик, кстати, вот как раз прошла вот эта штучка. Так, тампончики взяла, вода минеральная. Что-то, блин, так много все. Вроде как ты берешь, вроде как это, такое ощущение, что здесь мы максимум 1000 на 2, да? А так раз и дофига. Просто дофига. Просто обалдеть. Вот это откуда столько все? Что там? Давай, давай шампунь. Шампань Мондоро. Будем обмывать наш холодильник. Кефир взяли, городецкий. Давай. Так, куда там? Так, взяли лук красный. Лук нет. А чего? Воду есть. А, вот, вода на Тахаре. Кстати, она по акции. 69, по-моему, рублей. Так, Вован взял себе снежок, хотел другой. Там очень сладкий. Взял вот этот вот, он не очень сладкий. На тебе баночку муслинок. Так, это мое дело. Как раз акция у них началась. Так, вот это нам сюда. Что еще? Черри взяли для греческого салата. Лук, да. Вот это войдет? Все, да. Крылышки взяли хорошие такие. Давай. Все, да? Это лук. А, лук? Ну, давай, на. Красный лук. Хотим сделать этот греческий салат. Рыбку взяли. Вот такую вкусную. Кстати, рыбка получится вообще за 300 рублей. При условии скидки 30%. Вот так вот. Так, еще смотрите, сыр, йогурт взяли. Так, давай, вот нормально. Пирог. Нет, давай сначала вот, да, сыр, помидоры. Помидоры, кстати, бекон. Плотные. Давай вот так раз. Бекон. Был по акции, Вован выпросил. Говорю, тебе нельзя. Он говорит, ничего не знаю. Вот вы говорите, что ты его на диете не держишь? А вот он не хочет сидеть на диете, девочки. Не хочет. Лук. Кашку. Сама какашку? На блин, воде. Да, кашку. Сама жу кашку на воде, да? Вот. Да. Черки. Я ее в больничке наел. Да, вот он не хочет, девочки. И все тут. Запускать колдами. Все. Нажрался. Так что вот, приходится его кормить, как на убой. Вот взяли бекон, соответственно, вот все. 300 рублей у нас получается. Кусочки лосося должны были быть 440. Вот, бекон 149, крыло 349, пирог с рыбой 83, томаты черри 146, сыр хохлан 119, который для греческого от маслины, напиток кисломолочный. Вот это вот голубика 200 рублей, кстати, тоже по акции получилось.
Вода минеральная, тампоны, вода минеральная, томаты розовые 113, лук репчатый 38, биойогурт Слобода по 37. Кефирчик взяли вот на вечер, как раз будет пить. Лук зеленый и вино игристое. Да, ну вино мы взяли чисто для этого отмечания, Мондору. Все. Нет, это мы на Новый год у меня Асти, а это для холодильника. Вот так. Так что вот. Вот вроде ничего не взяли, вроде ничего не купили, а столько денег потратили. Ну, просто жопа. Че? А, да-да-да, кстати, вот у них, видите, они вот доставляют как... Да, вот набирают вот эти штуки, ну и, соответственно, вам привозят. Да? И доставочка мой. Ну, кстати, очень удобно, на самом деле. И как ты говоришь, мало ли, что там они на... Бежит еще раз, вот и все. Слушай, я на тебя смотрю, тебя уже пора красить. Вот реально. А нафиг ему бегать? Ты руки мои убираешь. Корочина, open the крышка. Корочина. Я поняла, поняла. Это вроде ничего не взяли, а столько денег отдали. Ну, так вот и живем. Вот. На утро. А, у нас, кстати, будет вот рыба. Бутерброды с рыбой и пирог вкусный. И сказали, надо больше рыбы. Ну, наверное, не такой, конечно. Кто сказал? Больше рыбы. Мне сказали, тебе полезно рыбу есть. Какую? Ну, я, наверное, какую-нибудь отварную. Сказать. Но ты же любишь больше это бекон увидел? Не дайте, бери бекон. Бекон там бери. Бекон Дымов. Дымов. По акции. Да. Да. Я говорю, тебе нельзя. Так он 300 рублей. Тебе нельзя. Сейчас по 150. Вот видите, как. Вот и был, ну, в принципе, надо есть кашки. Я тебе сказала, это на Новый год. Угу. Да лежит он до Нового года. Да. До Нового года еще 2 месяца почти, полтора. Прям долежит он с тобой. Никак. Сейчас, короче, домой придем, крылышки сделаем, греческий салат. Вот и все. Крылышки там чисто за... А я так понимаю, крылышки можно прямо в упаковке, да? В упаковке, скорее всего, да? Ну, в принципе, крылышки нам на сегодня, на завтра хватит. Ну да. А гарниры у нас, ну, салат будет. Если что, я вам гречку сварю. Вот, точно, от гречку. Кстати, мы давно ее не ели. Он требует макароны. Я говорю, нельзя тебе макароны. В общем, я ему говорю, нельзя, давай я тебе сварю кашу на воде, геркулесовую. Тогда дядюшку Бенса. Дядюшку Бенса? На мясо. Дядюшку Бенса на мясо. Ну не хочет, но вот, что с ним делать? Вот такие дела. Кстати, тушенка Анкл Бенс есть. Да? Не, ну я считаю, у нас одной большой победой то, что мы практически сейчас не пьем. Вот мы вот как приехали, мы еще ни капли в рот не взяли. Я один раз выпила вот эту вот чепушку 20 грамм. Я вообще нисколько. А ты вообще нисколько, да. Молодец. И вот единственная бутылка шампанского расчехлили, когда хладит. Ну, это же святое, сами понимаете. Надо обмыть. Да. А я вообще, знаешь, у меня мысли были взять и бутылку шампанского. Фига как, холодильник. Да, и в ремонт. Да, и в ремонт. Не, я думаю, ничего не должно быть. Это, знаешь, это как корабль называешь, так он такой. Все, мои хорошие, всех любим, всех целуем. Сейчас идем домой, быстренько готовим крылышки. Готовим салат. Ну и, разумеется, будет мукбанг. Всех любим, всех целуем. Увидимся в следующем видео. Всем спасибо, всем пока.